Стихи Василия Ивановича Лебедева-Кумача под названием «Священная война» были напечатаны на третий день войны 24 июня 1941 года. Газету с этими стихами один из командиров Красной Армии показал руководителю краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» Александру Васильевичу Александрову. И стихи сразу зазвучали в душе композитора. Он услышал мелодию, на которую ложились эти простые, но наполненные такой внутренней силой слова, что казалось, они начинены порохом и могут взорваться, как взрываются гранаты, снаряды, бомбы. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой! Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война!» Впервые эта песня была исполнена ансамблем Александрова на перроне Белорусского вокзала 27 июня 1941 года. Песня потрясла и артистов, и солдат, уезжающих на фронт, и провожающих их близких. Вспоминает один из музыкантов оркестра: «Священную войну мы исполняли летом 1941 года по 5-6 раз в день. Ее всегда слушали стоя, у бойцов на глазах были слезы, и мы, музыканты, тоже нередко плакали». Вот эту особенность, песню всегда слушали стоя, отмечают все очевидцы. У людей было впечатление, что песня звучит в их душах, как присяга, как клятва.